Яйца, яйца. Не хочу. Если не будешь есть, не сможешь вырасти. Не хочу. И какая вам разница? Я не люблю яйца такие. Знаю. Ты любишь чуть недоваренные. Папа? Тихо, садись, не показывай виду. Не смотри на меня. Я сейчас пойду по направлению, куда показывает мой палец. Ой-хью. А ты? Иди за мной незаметно, ладно? Дочка. Дочка. Папочка, папочка. Ты в порядке, дочка? Я в порядке, со мной все хорошо. Ты вчера ночью напугала меня. А пап, не бойся, просто деньги на карточке закончились. Да, но твой голос был настороженным. Все в порядке, да? Да, все в порядке. Папа. Папа. Когда мы уйдем отсюда? Когда мы вернемся домой? Когда ты заберешь меня? Я делаю все, что в моих руках, дочка, поверь мне. Все тебя называют вором. Говорят, что папа больше никогда не вернется, чтобы... Мало чего они говорят. Не верим. Я заберу тебя отсюда. Знай, что тебя очень любят, и ничего не бойся, хорошо? Разве железный человек и принцессу боятся? Не боятся. Не боятся. Лойкю, я спрошу у тебя кое-что. Что случилось? Сюда кто-то, кроме меня, приходит навещать тебя? Приходит. Кто приходит? Сестра Джандан. Сестра Джандан приходит тебя навещать? Да, но... Пап, сестра Джандан выходит замуж. Что? Выходит замуж. И знаешь, за кого? Что за свадьба? За кого она выходит? С тем напыщенным Муратом. Ой, Кью, ты уверена? Я уверена, она сама сказала. А при чем тут Мурат? То есть она выходит замуж, чтобы не оставить меня здесь одну. Если она выйдет замуж, то будет легко меня удочерить. Я понял. Дочка, давай. Ты должна идти в школу, не опаздывай. Ты ведь принимаешь лекарства? Да, я принимаю. Не беспокойся, я все пью. Я очень люблю тебя. И я тебя. Да, папочка, я тебя очень, очень люблю. До встречи. И я. До встречи, пока. Ребята, давайте доедайте свой завтрак, вас ждет школьный автобус. Доброе утро, брат. Доброе утро, что делаешь? Ничего, а ты? Давай-ка, господин Демир, настало время действовать. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.